Горох, пшеница и овес. Уже в ближайшую посевную ульяновские аграрии смогут опробовать на своих полях виды семян, которые вывели селекционеры из регионального НИИ сельского хозяйства. Доказать успешность агрономы готовы не только словом, но и делом. На выделенном тестовом поле удалось не только взрастить урожай, но и создать демонстративные участки. От гибридизации видов до размножения перспективных видов культур. Скрещивание мы проводим как с перспективными сортами, так и с лучшими линиями нашего учреждения и с лучшими сортами и перспективными линиями других научных учреждений, а также используем коллекцию ВИР, которая присылается каждый год и исследуется. Коллекция ВИР – это сборник семян культурных растений, собранный еще в начале 20 века советским ученым-ботаником Николаем Вавиловым. Для аграриев исследователей региона интересна она тем, что состоит как из отечественных образцов, так и из зарубежных культур. В успехе ученых заинтересован региональный Минсельхоз. Есть желание как удивить горожан результатами на полках магазинов, так и конкурентов на российском рынке семян. В частности, здесь несколько тысяч делянок, и наши селекционеры нашего научного института ведут селекционную работу по созданию современных сортов, которые могут конкурировать со многими сортами, которые представлены на рынке, в том числе российском, мировом. К выставке, которую сами аграрии назвали «Мини-день поля», присоединились и конструкторы техники. В тандеме с селекционерами местным фермерам показали новые разработки защиты полей от вредных насекомых и паразитов. Не оставили без внимания выставку и белорусские коллеги. Региональные дилеры сельхозтехники привезли новые образцы комбайнов и тракторов, которые придут на помощь ближайшую уборочную компанию. Заменят все желтые трактора. Если есть 280-300-сильные желтые кировцы, К-700, то все равно они рано или поздно выходят. А орудие на них полностью есть. Чтобы его полноценно заменить, вот этот вариант был создан. Полноценная выставка «День поля» пройдет уже в эту субботу, 6 июля. Аграрии займут привычную площадку рядом с проспектом Дружбы народов в Заволжье. В этом году пока сельхоздостижений не ограничится семенами, саженцами и тракторами. Региональный Минсельхоз обещает привести контактный зоопарк фермерских животных, устроить соревнования механизаторов на тракторе и обширную развлекательную программу для детей и взрослых. Константин Никитин, УлПравда, ТВ.